Инициатива нашего правительства, традиционно озвучиваемая нашим дорогим премьером, кто их там предлагает, не столь важно, важно, кто озвучивает, нужно рассматривать в контексте известного еврейского анекдота про козу, о том, как к цадику приходит старый еврей и говорит, что ему дома очень тесно. Тот советует ему завести козу, несчастный еврей с ним мучается, а потом цадик разрешает ее выгнать, и тот вздыхает с облегчением. Также и такого рода инициативы. Людям предлагают что-то заведомо неприятное, а то и отвратительное, и, как правило, очень глупое. Люди начинают напрягаться, потому что знают за нашей властью, что она способна вообще на все и еще и на это. А дальше каким-нибудь образом с этой самой неприятной инициативой расправляются. Допустим, она не проходит. И все так вот делают: «Слава тебе, Господи!» Это, в общем-то говоря, хороший способ немножко снизить напряжение. Правда, метод тот же самый, как с той самой козой.